Сегодня у нас 13 июня 2016 года. Это поселок Потеряевка. Вот. Вышли деревней и наш лагерь стан на ремонт дороги. Сейчас вот увидим, чем занимаются все. Вот тут брата Игоря Барбаша, тут техника стоит. Рукавички вот туда сложите, кому не надо, потом возьмете, сейчас пока не надо. Кто будет работать? Снимай, Дим. Ну что бросился? Снимай, я говорю, все. Вот эта трасса. Угу. И вот на эту трассу привезли нам щебень зимой. Его едва-едва кучи разбили, заморожены. Нам нужно сейчас, вот она, видишь, тут песок, его не попало совсем. Берите ведра сюда, берите по ведерку. Ведерки. Вот это вот, надо расковыривать сейчас, подойти. Оно здесь не нужно где-то. Ломик там был. И вы камушки складываете, по одному камушку. Камушку, положи эту. А то будешь ты долбить. Так. А вот эта лопата разравнивать. Поставь тенечек. Так. Я не вижу, где ломик-то. Ломик лежит. А что нужно делать здесь? Смотри, лопату возьми. Вот это по сторонам лежит. Отойди, смотри. Вот это вот выбрать камни надо будет. Мы сейчас все разгрузим. Вот так вот пройдет. Так, Никита. На. До конца вот эти камушки, чтобы они могли были руками брать их. Хорошо. На. Раздолби то, чтобы люди. Подождите, дети пока могли руки-то уберите. И вот это вот он, что есть здесь. Все раздолбать. И дальше по краям, который идет дальше нормы. Пройди и переворачивай. Нет, значит, возьми лопату. Попробуй лопатой, может быть, легче. Так, берите ведерки. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Вот, там уже. Набирай. А кто-то из нас будет сейчас вступать вот сюда, вот его снимать за вас. А ты будешь брать толкушку. Бери большую толкушку. Надевай рукавицу. Надевай. Так, двумя руками, Тимофей. Где тут у тебя вторая рука? Вот так вот, чтобы вышло. Его надо насыпать. Вот. Здесь нету его, совсем его нет. Удалбливай. Иди сюда. Все. Дальше это долбить не надо. Вот это, вот селедка где. Вот дальше не бери, не долби. Хорошо. Будем вытаскивать. Да. Да. Все, это я понимаю. Откуда начать-то? Вот она начинаю вот отсюда. Вот. Давай, теперь. На крайний лес. Сильно медленно. А тут это можно оставить здесь. Это такое дело. Вот до сих пор можно взять, потому что это вода течет здесь. Так, что-то уже скорчужился. Все. Только тело уже сразу начинает гнуть его. Что это такое? Ну хорошо это. Двумя руками берите камушки. Убери руки, ну-ка. О, видите, как хорошо. Куда сюда ведерко? Федор Емельяненко позавидует. Такая, тренажер хороший. Правда, надолго ли меня хватит? Лопатой взять. Вот я много, смотри. Вот лопатой нужно выбрать. Далеко не ходи, не бегай, рядом бери. Вот, гляди где. Смотри. Вот до этого края, вот это вот можно брать. Вот так. Ну, рукой легко берется. Ходите. Вот, сейчас мы выберем все и начнем сыпать, где его нету. Игнатий. Они так не услышите. Что-то смысла не вижу. Вот где, какой. Ровненько разравниваем, берем лопату и начинаем долбить. Все. Главное,
руки надо. Сам надо там. Надо поравнять, подожди. Вот так. Во-во-во-во. Грейтер. Понемножку бери, понемножку, Андрей. Немножко взял, положил, немножко взял. Положил. Так, вот. Вот ведерко еще сюда. Девочки. Вот это вот, бери. Руки убери оттуда. Смотри, останьте. Никита, попробуй много забирать туда. Они только будут собирать самые остатки. Ну туда никак ногой. Подожди, ногой держи вот так, а другой держи. Ногой свали. Все, нагреб. Дальше. Вываливай. Все, быстренько подгребай. Ты далеко не раскатывай по траве, то тебе не взять ее будет. Наоборот, кучу сгребай, а потом раз. И... Вот эта трасса. Работаю. Ну, то ничего нельзя сделать. Это в России такая мощь. Вон идут они. Вон, смотри, еще идет. Сила какая. Давай, забивай. Вот это бедра наши. Так, сюда идите двое. Что, заснять их сходить? Сейчас дальше пойдем. А Тихоныч. А что, это там наши? Нет, я говорю, можешь заснять их? Это... А кто это? Не знаю, кто там. Ну пойдем сейчас сюда. Это Степан вроде там. Сейчас пойдем и. Вот это у меня ванна, ванна должна быть на веревочке. Как ведро полное, начинайте ванну кидать. Смотрите. Смотрите, можете. Ванну вот так вот набирайте. Смотрите. И мы волоку вытащим. Так, лопатой, Никита. Где Никита? Вон. Лопатой выгреби все. И ямки. Останется только что с землей, которую они руками будут. Нагребай ванну, поднеси и дальше ровным слоем укатывайте дальше. Так, пойдем дальше посмотрим. Короче, вот на какой технике-то ездить. Так, Нестор, ты что так медленно? Когда двумя руками. Слышишь? Алло. Поприветствую. Я уже приветствую. Так, когда приходит этот слой, вот эти слой. Снова насыпай еще один слой. Мы сейчас пойдем узнаем, что там делают. Вот как, смотрите где. Вот я показал, надо мне лопату или что взять, подожди, лопату. Да, я увидел. Вот, ладно. Так, давайте помолимся, чтобы побежали, не помолились. На молитву все, на молитву. Да. Ну, на молитву все. Я говорю, на молитву она разговаривает. На молитву. Пойдемте, помолимся. Она не слышала, ничего. Трансе. А ты не слышал, что я сказал на молитву? Что больше этого не было. Сказал, бегом беги. Так, благодарим. На восток встанем. Господи, благослови наш труд, сделаю полезным и безопасным. Во славу Твоего имени и во имя Твое святое. Хвала Тебе, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Так, не пить. У нас холодная вода будет, потом надо попьем, когда собирайте пока камушек. Работа нетрудная, бедра не носить. Никита, наблюдай за ними. Вот это вот все, чтобы заслано было. Вот он теперь, такие. Вот, брат, освободи у них, пожалуйста, а бедро уже. Только двумя руками держи, за бедро не держи. Вот эти хвост все выбрать. Да, блядь. Выбрать и... Я покажу где. Давай. Вот так все выбрать надо. Когда выберем, тогда посмотрим, может быть, еще выберем. Вот оно что. Давай. Не, вот это.
давать ты. Давай, ванна. Туда прям спать. Ну что, или для чего это вообще? Для этого, да. Давай. Вот ведро, а потом сюда раз. Выбрать вот это на дорогу. Это нам не нужно туда. А когда не хватит, возьмем еще больше. Вот это вот надо выбрать. Это ни один грейдер не может сделать, только руками. Никита! Ты не тряси, прям высыпай, уходи. Никита любит вот это вот двигаться. Вот так. Ну тут понятно, куда идет. Когда я это выберу, тогда дальше пойду. Ну и с той стороны та же история. Вот она, пожалуйста, смотри. Уже колея. Тут она не попала, песок один. Ну еще дальше-то будет. Да. Мы должны выровнять, и как раз здесь глубже будет. Они идут по одной колее. Весь гравий, кстати, оказался, где щебень-то. Загнать его сюда. Вот, и хорошо у вас получается. Давайте бедра, главное, набирайте и цепки сюда. А мы уведем куда надо. Степа у нас, вот работяга. Есть. Так, внизу собирайте. Вот это надо выбрать. Я вот здесь показываю, докуда брать можно. Смотрите. Петваля. Вот, гляди где. Вот до этих пор можно выбирать. Мы сейчас, смотря на что, тут вообще ничего нету. Мы ее завалим, теперь сделаем. Вон до каких пор надо перетащить туда гравий. Тут понятно, что сила большая там, мы сейчас оттуда я принесу людей. С ведрами. Ну а тут что? Тут тоже надо сделать, чтобы сход был. Ведь оттуда выезжал, раздавил маленько. А у нас щебень тут есть. Нет, во много не бери, по одной бери. Ты черпаешь много, а всего так, а то возьми. Не надо так нагребать. А руками вот так, видишь, голыми руками. Так легко берется. Смотри. О, видите, сколько у нас, как хорошо набирается. Давай. Это не трудная работа совсем. Так, мне сейчас одного надо взрослого сюда, чтобы он... Долбить начинать. Ну пока мы рановалим еще. Никиту, наверное. Рановато. Все, иди набирай. Вот туда пониже спустись. Вон там набирай. Телешка. Так. Смотрите, что написано-то. Исаак. А что написано? Исаак? Да. А Исаак. Исаак. Интересно. Так, я сейчас пойду туда пройду и возьму несколько человек сюда. А ты возьми вторую толкушку сейчас и будешь здесь толочь. Ладно. Убивать ее. Ну, остальное понятно. Пойдем, я тоже расскажу. Вот я заезжаю тут сделать скот. Это щебнем мы выстелим здесь. Грабли не взяли, теперь видно, граблей нету. Значит, руками собрать этот мусор. И чтобы в чистый песок гравий ушел. Его буду вдалбливать, а мы еще насыпем. А можно мне долбить? Что делать? Долбить лопатой. Нет, конечно, долбить нечего. Ты собирай то, что дали. Вот это. Он ребятишки собирают. Ты не знаешь, где долбить, чего долбить. А можно? Ну, я тебе дал лопату, долби. Что ты будешь долбить? На. Ну, дай. Ну, что ты будешь долбить? А значит, докуда можно? Ну, вот и все. Ну, просил ты. Тебе дали работу, ты знаешь. Вон рыба играет где даже, видать. Давай-ка делай свою работу здесь. Собирай камушки вон оттуда.
снизу, чтобы ни одного камушка не было. Вон там далеко, которые камушки, все собери. Собирай их, а мы будем высыпать. Давай, только не стой. Тебе рукавички-то тут не нужны, ты зря их надел. Тут голыми руками можно брать, тут ничего такого нету. У нас все работают голыми руками, а что ты портишь себе настроение? Вот так. Это мы сейчас расставим. Спаси Христос. Спрашивает, куда я? Пойдем. Вот видишь, она сейчас. Покажи, как ты сейчас отдаешь. Вот. Там не идет. Давай сюда. Посмотри, я сделал. Вот отсюда, камушки собрать. И прямо сюда вот все пойдем. Бульдозер ничего не мог сделать. По одному, чтобы ни одного не осталось камушка. Ну прям рядом посыпай. Носить не надо. Кидай его сюда, напротив. Зачем набираешь руку? Вот сюда кидай. Вот сюда кидай на дорогу. Тут не надо никуда. Прям сюда перекидывай и все. Я сейчас людей возьму. Ты зачем в руки берешь-то? Зачем? Ты вот сюда, гляди. Вернись назад. Я сказал, вернись назад, и ты продолжаешь идти. Ты бестормозная. Я сказал назад, вернись, бери камушки. Бери, бери, бери камушки. Вот сюда, кидай. Кидай. Все, больше ничего не надо. Никакого ведра. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, проходи подальше. Так вот ведро свободное стоит. Вот свободное ведро, накладывай его. Да. Рукавички не нужны, вот эти голыми руками бери. Вот камушки, пожалуйста. Здорово. Так. Я ухожу, вы здесь делайте. Пойду туда расставлять. Так, с собой я беру двоих. Вот эти две девочки маленькие, идите ко мне. Иди, ты остаешься здесь. Хорошо. Маша, Софья. Нет, не так. Одну возьми, одну оставь. Одну бери с собой. Со мной, иди. Сюда, иди. Иди. Рукавички снять с них. Маша. Они не могут рукавички снять. Маша, иди, к Игнатьевичу. Они начинают грести, а надо камушки брать. Вик. Иди сюда, рукавички снимите. Дай мне руку. Рукавички нужны тем, кто работает. Хорошо. Да. Папа твой будет есть. Нет, да ты тут-то зачем гребешь-то? Сам-то песок, зачем он тебе нужен? Ты вот эти камушки выбирай. Да, конечно, здорово, вот эти большие. Вот это вот, слушай, а тут ты уже там сам этот. Все, кидай туда. Положи себе ведро, лучше ведро возьми. Тут уже не надо. Дайте ей ведро. Она ведро наложит, а потом ее везде. Ведро там вот, у Деникита одно свободное, возьмите. Вот здесь вообще ничего нет. Да. Никита, вот куда сыпать надо потом. Маленький. Я пометил, докуда идти, край. Срезать тот надо. Собирай камни. Вот эти камни. Собирай камни. Вот это, блин. На работу ставим. Вот она дорога идет. Смотри сюда, иди. А она, видишь, дорога как? Вот так вот идет. Вот так камушки ты можешь вот так в руки брать? И вот сюда вот на дорожку кидай. Ничего не надо больше. Камушки руками. Бери. Вот туда на дорожку. Вот так. Ой, как хорошо у нас получается. О! Потом пройдут везде протолкуты. Далеко не бери, здесь отстраивай вот так, подальше. Вот я лопатой пометил, вот до этих пор, вот, это надо выбрать. А кто тебя просил это делать? Ты куда попал, лезешь? И
иди на место, работай, где дали. Иди на то место и работай, камушки туда посадь. Тащи на место. Ты ничего не делай самостоятельно, это не нужно, что ты делаешь. Лежу шататься. Рукавички сними. Сразу выявляют, что ищет. Так, ты далеко пошла? Иди сюда, работай здесь. Вот смотри, вот песок. Вот сюда на песочек надо кидать его. Вот. А потом дядя придет и проталкивает его. Тут нету, вещи нет, машина тонет. Давай. Вот так кидает. Да прямо рядом, сзади у тебя камушки лежат. Подними сзади. Сзади камушки. О. Сейчас надо дать ведерко, тогда ведерко лучше сидит. Подруги, кидайте вот так. Вот сюда кладите. Я сейчас возьму лопату с щечком. Сейчас, подожди меня маленько. Вот. Там две лопаты столкнулись. Она ему не нужна. Ну-ка, не катай. Андрей, дай лопату сюда. Две лопаты никто не давал. Вот поперёте и заходим. Ведро заходим. Ведро, руками. Сейчас пока. Вот так. Так, не стоим, не стоим. Ты рукавицы-то сними, они тебе мешаются камни выбирать. Снял бы их, да и все. Ну пусть держит. Кого он больше? Он больше мучается с ним. Камушками играть может, но если это польза, уже делать не будет. Вот кто-то блокирует их. Быстрее кидай камушки. Давай уже не выходит. Батюшка идет. Давай, Лёшка, благословит и поможет. Она творческая, батюшка. Не будет. Ответственная стала. Ну. И кто из вас, думаете, самый первый пришел сегодня на работу? Нет, Степа. Степа. Смотри, еще 8 часов нет. Кидай, быстрее, ты что-то прям надулось, медленно делаешь. Кидай. Мама. Во. Ну что ты, снял, бешеный на плечо на то, что давай. Что тут, там каждый часов. Давай, садись рядом со мной. Дай какой кошу найти, покажи над головой. Это вам делать нечего, сидите. Что-то внизу Ксения опустила руку. Вверх на вверх-то поднимает. Проверь, что в чем дело. Рядом по бедро поставить, чтобы двумя руками работать. Перчатки не нужны. Она не может иметь взять ничего. Перчатки только там руку, на долбежке работают. Вот там. Никит, ты куда? Пойдем. Вот тут есть, до этого места. Вот этого выбирать. Дальше уже не надо. Что, есть еще у тебя? Ну, конечно. Смотри, что здесь. Давай. Вот до какого места ямочки взял. Это все сюда. Это все ударится, у нас будет дорога ровная. Он дезинфектор не мог сделать, грейдер не мог. Приходи, если что, в лагерь я тебе могу иконку там подвинуть. Очень хорошо. Давай, давай. Да быстрее пройти. Ты откуда таскаешься? А, рядом здесь. Она тут бегит. Нам это не делать, и так и пропадет. Такой большой труд был проделан. А вот что зимой-то? Далеко не кидай, только вон где песок. На глыбы ездит. Рукавички ничего тебе не дадут. Снимай рукавички. Они не дают. Ты камушки бери просто по одному. Потом водишь свои рукавички. Вот так. Смотри. Рукавички. Вот они. Ну, возьмешь, пойдешь домой. А тебе они не нужны. О! Давай. Что нет? Вот эти камушки маленькие. Собирай. Вот это тоже. Так как я наметил, вот это вот. Вот это вот только был. Мусора тут убирай. Вот это? Траву. Конечно, неужели заталкивают? Это еще в самом деле. Ты сейчас поставил, она упадет и ребенку голову прошибет. Балда.
Ты что в самом деле? На каждом шагу смотри, пошел, положи ее на землю. Так, Саша, не залази. Вот я показал, где черта идет. Тогда надо кого-то поставить, чтобы разравнивал. Мне либо долбить, либо равнять. Ты толку, разравняй, ты дальше показал, как делать. Ты еще не можешь, ты еще зашел, а содержишь. Дальше. Долби. Дяденьки, возьмите, как прикованы. Так, разговоров никаких, чтобы не было. На, я рядом здесь стою, зачем могу кричать? Иди, иди. Они не понимают, что это отрывает от работы человека. Не убрали, не убрали, с корой так и идет. Это советское поколение. Понимаешь, вот и взрослые не смотрят, ничего. Не можем, а мусор, только камни ложите, мусор не надо. Вот. Кору там, ветки не ложите в ведра. Так. А вот это еще за куча. Разровняй его, что здесь все ровно. И задолби, и вот здесь тоже. Долби и долби со всей силой. Вот я заметил, заметил. Вот, пойдите, вот, вот, я сделал. Ну, давай, я тебе бегу. А так грань. Так, смотрите сюда. Вот там, где песок, сюда кидайте. Вот, смотри, вот я подошел. Камушки лежат. Вот, вот камушки лежат. Я беру их, вот туда кидаю. Вот, как хорошо. Давайте. Голыми руками надо работать. Здесь, ну, камушки-то не тяжелые. Вы как пенщики. Выбирайте, чтобы я дал камушка. Двумя руками, двумя. Язык уберите изо рта. Убери язык. Язык, в рот затащи язык. Так губы зажми. Что ты высовываешь-то? Это нехорошо. Девочка некрасиво просто, когда язык торчит. О. Давай. Двумя руками, двумя. Кидай дальше. Сейчас одной рукой делаешь. Смотри, что делаешь. Бери, они же рядом камушки. Двумя руками бери. Ну. Двумя руками и кидай. А потом дядя придет, тут начнет долбить. И здесь будет толстым слоем у нас щебень. А то его совсем нет, вон там песок один. Так. Давай, сюда. Вот все. Вон зайдя, смотри. Вот. Так, все, место. Давайте дальше продвигайтесь. Что-то вы там долго копошитесь. Да вот еще. Вот, смотри. У вас много там слишком. Так, вот сюда переместили, да? Траву не трогайте. Не рвите, она наоборот нужна трава. Так, и сигнал давай, что у тебя поняли. Дальше выбирай вот этот такой. Вот этот ведро. Вот этот вот. Сними весь. Да, ставь ведро. Да. Чтоб там даже нисколько не оставалось. Двумя руками можешь? Нестор, ведро не накладывай. Сюда вот бросай прямо. Вот сюда. Вот здесь можно не накладывать ведро. Сюда бросай прямо вот на песок. Вот оно как получается. Бросай. О, забавная игра. Так, из руки в руку вот так не надо. А вот так вот бери два и сразу две кидай. Двумя руками, бери и кидай. Вот, получится. О, ну молодец. Хорошо получается у них. Подожди-ка ты села. Назад, уйди-ка. Тут камушки под тобой. Вот, и выбрать надо их. Видишь, сколько под тобой. Ты ж скрылась по головам-то. О. Вот сюда. Тут как-то... Голод, давай. А? Ну, вот, давай сюда. Нет, ничего не видели. Игнатий Тихонович. Добрый день, Бог помог. Видели голубя этого? Нет, не видел. Ну вон там, вот он перед гаражом гуляет. Идите, гляньте. Вон нет. Да, сейчас посмотрим. Ну что, работа идет? Идет. Второй толкушки нету. Была где? Есть. Вот она, вон он лежит. Вон он лежит. Так, вы сюда прямо кидайте сюда, даже ведро не надо кидать. Вот здесь стоите рядом и кидайте его снова. Дальше вот этого не берите. Вот до сих пор выбрать надо. Смотри, повернись назад. Бери.
Вот так, ну. Смотришь на меня, зачем? Смотришь. Вот так, вот. И до конца выбрать, вот сюда вот кидайте, где машина идет. Кидайте свет у ней. Вот, Толя, как будто бы больной. Я его не видел, вот это не вас. Ну, он у меня, может, был, но я без меня. Такого у меня не было, паразита. Я его залег. Залег, вылез в моем вылетел. Вон он, кажется, у меня на голубятне посидел. Ну, может быть, откуда отпускает. Не мой это. Потому что у него походка, все другое. Я вчера уж батюшка сказал, так я прискакал сюда проверить. Мои, не мои. Нет, говорят, мои, то я благословлю, чтобы они тут жили. Ну, я там много. Там 15, там 25 есть. Это псевдо-спортсмен. Все. Ну, я спортсмен. Не, это убирать надо, Виталий. Это так говешка, коровья. Коровья, говешка. Варлам, это здесь, нет. Это надо разговаривать. Ближе друг к другу. А, ну-ка, разгони там это, братья собралась. Нестор! Дальше впереди, туда дальше впереди. От них. Ведро-то возьми, ведро возьми. Вы ведро-то не складываете. У вас вот надо бросать вот куда. Где дядя Витя долбит. Вам зачем ведро-то складывать? Кирилл, вот сюда прямо. Рядышком бросай. Вот сюда бросайте. Сюда? Траву убирать, да. Вон туда, вот все, вот сюда бросайте. Я камень ревностный, меня камнями забросайте. Сюда бросай, бросай, Тимофей. Тимофей, вот сюда бросай. Ага. Так, не стоим, не стоим, не стоим, работаем. Раз работать пришел, работай. Вот, смотри, камни, вот. Игнатик, вот, он там что-то рассказывает. Он тебе... Да. Дерево так вот, видите, как это показывает. И туда откидываем, где дорога идет. Сейчас надо на самое, вот. Чтобы тебя не оставали, тут много остается. Выбрать это. Иначе не пропасть. Так, вы что там уселись? Нестор, что долго сидишь? Вот сюда бросайте, вот, тут надо полно гравия. Нестор, бросай. Только дядя Витю аккуратно. Во! Не надо, руки береги немножко. Ты кучу-то не нагребай. Ты сколько взял, бросил, взял, бросил. Ты зачем из ведра-то берешь, Тимофей? Ну что ты страдаешь-то? Это взрослые убирают. Перестань. Ты с дороги убирай. Хорошая работа, дядя Володя. Да. Руководит и снимает. Как его приказы исполняют. Он исполняет, потом прокрутит. Ну, видите, на меня оператором поставили, я еще виноват. Не оправдывайся.
Это точно. Ни одного. Ровненько делаю. Работа, чтобы была чистая, как у немцев. А то завидуют немцам, а сами как будто бы не русские люди. Вы русские люди. Русский человек работал примерским был, а сейчас как попало делают. Вот так. Песок нет, только одни камушки. Они легко выковыриваются. И на дорожках. И продолбит дядя пройдет. Так, Сеня, поскорее давай. Одну руку не отбирай. Двумя руками делай. Так, не надо это делать. Опять ты делаешь. Ты видишь, как я делаю. А ты начинаешь вот так вот от трассы глядеть. Зачем ты этот нейрон? Видишь, какую ямку выбрал. Ты начинаешь безобразничать. Ну, я тебе сказал, добинься. Гляди. Вот камушки взял, кинул, что непонятно. А ты начал вот так вот вести. Зачем ты это делал? А не, ты не здесь, это сатана это делает. Я туда, ты, я не гляжу, ты скорее опять начал вести. Ну из-за чего? Когда я сказал, вот бери и кидай. Что непонятно, скажи. Что непонятно? Я спрашиваю еще раз. А то я тебя с работы сниму, он там стоять будет под деревом. Что непонятно? Скажи, все понятно. Ты же отвечать не можешь, балда. Смотри, руками бери. Не надо с руки в руки перекладывать. Вот беги, двумя руками, беги. Все набрал. Тряхнул из песка. Туда вести, туда. Потому что зимой бульдозер раскатал, как он не мог по-другому сделать. Хороший был. Вот он, видит, где куда попало. То есть под тебя все попало. Чтобы ни одного камушка не пропало. Мы только за один за этот заплатили 200-238 тысяч. Еще сколько не довезли, сколько чего было, то теперь не добьешься. Ну, то, что уже пришло нам, можно расправиться. Лишний вес сбросить, приезжайте к нам, быстро все сбросить. Траву не рвали нигде, трава нужна, прорастает. Траву не рвите! О, как... Предупреди все! Витя! Оставляйте, да? Скажи, что траву не рвали нигде. Траву не рвать. Нельзя. Только щебень бросаем. Ну вот, что важнее? Красивые камни надо бросать? Или... Я не говорил, что его на руку накладывать. Вот так вот, бери. Вот две руки. Бери. Поднял, бросил. Что ты? Что попало делаешь-то? Ты себя придурка строишь. Теперь это надо или нет? Ты здоровый, крепкий мужчина. Вот отошел только, он теперь камушки берет, на меня смотрит, смотрю или нет. Ни один камушек туда не... Вот это ценит что-то. На каждом шагу надо смотреть. Вот такой характер заложили. Да ты 100 раз разводиться будешь, когда вырастешь. Одно слово не так жена сказала, все, развожусь. Жизнь-то устроили себе, страшно сказать. Бери дальше. Потом иди. В руку под песок сунула, она сама выскочила. Все, больше не надо. Песок-то не греби. Простое камушки выбрать, уже ума не хватает. Вообще, вот бери. Вот назад. Вот она. Бери. Я в туалет. А ты зачем перчатки надеть? Я говорил снять. Я говорил тебе снять? Да. Говорил. Зачем ты их надел? Я... Да мне не надо твои я. Работать надо. Давай работай здесь. Там вот сюда, вот потом пойдешь, запомни. Где лежат? Вот тут лежат. Теперь смотри. Вот до сих пор, вот я сейчас топовым сделаю, а потом лопатой. Дальше не трогать. Бросать туда. Вот так вот. Бери и бросай. Вот, видишь, ямка идет. Все, остановись. Все. Дальше не надо брать. Вот от этого края бери, с края. Я сейчас пойду лопатой прочищу, он не понимает. Так, где моя лопаточка? Так, двумя руками поскорее. Рук не надо перекладывать. Все одинаково делается. Никто никого не учил. Камушек берет в другую руку, второй камушек берет в эту руку. Ничего не делается. При
Притом, как один. Никто этому не учит. Ясно дело, что кто-то учит этому. Как вот в ресторане везде одинаково. Чашку обхапал, склонился. Этому учить не надо, это животное. Дикое, страшное, мерзкое животное. И так и здесь. Никто не учит. Вот до сих пор выбирать. Дальше не надо. Бери той кота, который я. Можешь положить в ведро. Можешь потом опрокинуть куда надо. Вот это выбирайте. Нестор, вы там столпились, ну ты чё? Дальше отходите. Ну да, иди на своё место. А то... Ну, здесь надо достаточно. До каких хопов ещё надо было? А он отмечал лопатой тут. Вот она, лопата идёт. Вот так вот. А вон меня она. Камнями забрасывают. Где Ирина-то? Я как грешник. Прямо человек там. А где далеко, то мы дороже, не дорожка. Она тем более с травой получается. Да он поляд все придет. Никита, выбери эту траву отсюда. Руками. Почему я здесь не должен убирать? Это не годится. Давай-ка ты лопатой. Я лопатой отбил сколько? Надо будет, потом возьму. Иди, пожалуйста, надень рукавицу. Нельзя работать это. Положи на бок. Где? Везде рукавиц полно. На... Посмотри, где найдешь, там и бери. Где тачка? На тачке есть рукавица. Рукавицу нужно возить, когда работаешь что-то в руках. Я тоже вот не сделал. Можешь мне поработать, Игнатий? Ну, давай, поработай. Все, выключай я? Больше никого нет, а? Выключай я? Все, давай, помогай, Руслан. Давай, Руслан. Кидай руками, как у...